Ришат Гумаров өзін лирик-пейзаж жанрында ашқан. Картиналардағы табиғат көрінішлерінде оның туған илге мәхәббәте шоғылы. Шишмелер, урман-қырлар, ауыл көрінішлері. Оннан алған илхам сәнғәтке соқмақ салған. Ижат шимішлері негізді Ришат Гумаров ел еткен орындарда жетішіпші. Основные массы, вот у меня вот пейзажи, вот даже те же вот натюрморты, цветы. Я часто выезжаю на Каму, я сам любитель до рыбы, в общем, рыбак. И, естественно, это видишь. Весну едешь, одна красота. Летом это по-своему красиво. Зимой едешь, это совсем другое. Те же места могут тебе по-разному это открыться. Ижат ішіне Ришат Гумаров кішкенеден ғашық. Ең бірінші ясаған сәнғәт әсері пластилиннан едіп иска ола ол. Сәнғәт мәктәбін тәмамлағаш ісі әресім өзін декоратив профильді сыны. Чиканкылар ясы ағаштан кесіп фигуралы мозаикалар ижат етем. Оның ішләрі білі оқтушысы Татарстанның халық рәссамы Олег Кульпин танышып тұра. Айрыша Ришат Гумаровның картиналары білі ғұрланам деп айта ол. Развивая вот свои, скажем, видение, свое чувство вот на природе, он достиг очень хороших результатов. И как бы его работы, они свежие, они такие звучные, как бы вот сам его внутренний мир, характер, да, он очень близок вот своим состоянию произведений. Ришат Гумаровның 4-нче күргәзмәсе бүгелмәде үтте. Рәссамның иҗат эшләре белән Ярослав Гашек музейында танышырга мөмкин. Күргәзмә яңа елга кадәр эшләячәк.